придумал, может быть, и где-то продолжим. Давайте А, я уже в прямом эфире. Скажи, что я тебе. Хорошо. Для тех, кто смотрел прямой эфир Тони только что, у нее сел телефон. Сейчас внимание важно, а не шепчутся. А, да? Тебе надо выключить? Вот, поэтому я включаю на своем телефоне прямой эфир. Все для вас. И эта песня «На берегу неба» послышим только для вас. Женька, самолетик только что кинул. Волосы? А, нет, все, лысина пошла. Пойдем с ним. Последний. Непринужденный. Да? Пока что не происходит ничего интересного. И я вам покажу свой рот. А он говорит о том, что после небольшой паузы концерт продолжится. Одна девушка очень хотела потрогать за лицо Димы Билана, и он дал ей такую возможность. Вот, сейчас он немножко придет в себя, и она снова его трогает. В этот раз уже какой-то кисточкой. Ладно, смотрите, как это происходит. Ну что, вы как бы там, не дохнете? Так нежно и трогательно. Не, правда, напоминает, если честно, был такой, я помню, «Полный контакт» назывался, на MTV. Тоже такое получество людей туда было, это не херенькое, вот. И постоянно там боролись. То я с Серегой, то еще там с этим... Кстати, посмотрите пока, как тут вокруг все. Кто еще с кем-то? Может, кто-то помнит? В общем, постоянно мы там с кем-то боролись. Я там все время с кем-то мерился. Как-то он, вот, и вообще. Поэтому мне еще напоминает все вот эту студенческую атмосферу. Это именно тот период, тот отрезок времени и жизни. Вот. Я вижу, здесь старички тоже присутствуют. В смысле, те, кто застался. Извините, старички, присутствуйте. Так, а что там? А что же дальше тут было? Лёшки-матрёшки. Так. Что дальше? Угадываем. Я закрою микрофон, чтобы не узнали, что дальше. Пока не угадаете, не открою. Вот это мощный трек, да, Unplugged MTV. Я ночной хулиган, ты ночной хулиган. Я ночной хулиган, у меня есть наркан. Я похож на мама. Я вечно пьян. Ну и что, ну и что? Сильно смелый за то, загорелый за то. И хожу в пальто. Я тебе перечу, я за все заплачу. Тебя озолочу, я тебя хочу. Я не сам не плохой, просто я не святой. И лишь только с тобой я найду покой. Как я звоню в твои глаза. Тебя никак нельзя. Точно знаю. Я ночной хулиган. У меня есть талант. Скажи, той музыкант. И я вечно пьян. Ты попала в кокан. Ключи у мамы. У меня лишь наркан. И
разошлись, все. Я не могу, к сожалению, танцевать, я оператор. Снимаю наушники, вы! Я понимаю! Когда смотрю в твои глаза. Еще раз! Я понимаю! Когда смотрю в твои глаза. Да, да, да! Я понимаю! Друзья, смотрите скорее, это последний трек. Все, больше ничего не будет. Больше, дальше будет только конец. Так, я, знаете, что бы хотел? Конец. Я бы хотел вернуться к одной музыке. Все нормально, сейчас будет уже прохладненько, скоро мы закончим. Это по сценарию, да, сейчас? Нет. Вот, но на самом деле формат закладывает в себя вот такое количество. Рука трясется немного. Можно, конечно. Черт. Тут есть некий регламент. Есть еще страждущие замечательные люди, которые находятся через дорогу в кабинетах. И это пространство, оно уже будет нужно. А сейчас еще мы сделаем океан. И потом зафиналим все это. Шлифанем все это невозможным. Давайте, второй океанчик. Зарядим. Сейчас там другие. Я возьму? Спасибо. Илья, дорогой, выключай акустику. Это хорошо. Вы сделаете, но вы возьмите и поднимитесь и сделайте. Ой, на телефон не вставай. Смотрите, чтобы не утаранили телефошку. Неплохой телефон. Вот, ну что? Я думаю, сейчас океан сыграется с еще большим удовольствием. Не закрывали ее? Так, не было самолета, поэтому сразу говорю, ребята, пол не снимайте, не склеитесь. Кто не успел посмотреть океанчики, смотрите. Служи, кем станем мы в конце пути. Замы и мучу мне в глаза смотри. Я так хотел писать тебе все эти песни о любви. Я могу писать их только, когда я один. Что я не оправдал себя.
оставив себя. Вспомнил про изнанку. Голосуйте на сайте Red Bull, и мы приедем. Спасибо большое, держляпа. Так, ну, о боже, здрасте. Что там у нас? Невозможка. Прозвали мы ее. Невозможка, давай. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Сойди с ума, влюбиться так неосторожно. Ну давайте вы, чего? Я не отпускай ни днём, ни ночью. Все невозможно, и я, возможно, знаю точно. Где тебя искать? Прошу, ты мне ответь. В каких города? За тобой лететь, я готов на край земли. Я все должен объяснить, пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Сойти с ума, влюбиться, так не осторожно. Да, ведь тебя не отпускать ни днем, ни ночью. We'll be right back.
навсегда. Ты только мне поверь. Даже мне последний шанс. Я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю, точно не новые оранжевые, да. Танцуем и поем. В этой тишине еще слышнее ваши руки. А что вы там? Давайте мы с нами или как вообще? Хитро что ли? Песни наизусть не знаю. Без каких-то там прыжков в ширину. Вот. Хочу представить, с кем мы сегодня и вообще, с кем мы тут собирались и все это делали. Вот. А теперь будем, видимо, это делать. Периодически пробрасывать в основном наши концерты. Вот. Виолончель, Александра, спасибо огромное. Спасибо. Надежда, Виталий, Денис. Теперь Светлана. Бас-гитара. Ну, конечно же, барабаны, Евгений, да. Клавиши. Георгий. Очень талантливые, интересные люди, вообще все. Конечно, Борис. Наташа просто. Слава Богу, короче. Вот, ну, конечно, Настя. Вот присутствует уже все нами. Попередать ее сейчас. Спасибо еще раз, спасибо, что вы правда приехали специализированно прям. Спасибо, правда. Я уверен, будет очень много интересного впереди. Вот, такого огромного, массового, серьезного, широкого, большого. Уже не говорю про Крокус. Там еще, возможно, одну дату на себе заморозим. Вот, я говорю про ноябрь. Вот, ну и, конечно, давайте, раз мы уже так плотно здесь собрались, я могу... Ну, что, мы просто сидеть? Мы что-то сыграем еще, лабиринт, это готово, что нужно. О чем нужно? Монстр? Ну, слушай, сегодня вас забросали бонусами, уже второй трек. Сегодня день? Сегодня 15-й. Послушай, ну как вот так сказать, чтобы прям, ну честно, что. Послушай.
это знаково, знаково. Мне приятно. Вам, надеюсь, тоже. Трясет? Трясет. Мне потрясывало тоже чуть-чуть. Лабиринт. Да. Вещевой рынок Сокольника. Люби меня! Шучу. Не, ну а что, давайте сейчас Лизу пустим. Спасибо. Сейчас, Лизе, сейчас вернемся. Спасибо. Тут Алиса, как ее зовут? Олеся. У Олеси день рождения. А, шучу. Вот, смотри теперь, смотри. Что там есть, давай сделаем. Мы пойдем туда. Это вы джаз опять? Импровизация, да, пошла? Пошла импровизация. Сделаю, я сделаю. Подождите. Придержите коней. А? Сейчас вы еще сыграли? Сейчас погодите, меня зовут туда. Куда-то туда. За кулисье. Вы не смотрите, вы все уже видели. Слушайте, просто слушайте. Так. На всякий случай. Слушай, ну хочется, конечно, чтобы вы все-таки погрещали еще раз.
я думаю, уверен, мы будем встречаться, тем более это происходит достаточно часто, вот, не беря во внимание этот год и этот отпуск. Спасибо еще раз огромное, Илья, за звуком. Еще раз Яна Чурикова, Бушванзе. Да-да-да. Вот Тоня прискакала с Александром. Вот, ну что же, давайте, друзья, хорошего вам вечера, прям прекрасных эмоций. Натворите чудес сегодня, ладно? Я пойду творить чудеса, например. Спасибо! Все, всем пока, до свидания, ребята. Хороший форматец. Хороший форматец, пока.